В Златоусте сгорела отечественная легковушка. Все произошло ночью на улице Аносова. Фото сделал владелец ВАЗа. Он подозревает, что авто могли сжечь. А в Челябинске накануне взорвался ПАЗ. Точнее, рванули газовые баллоны, когда маршрутка приехала на АЗС, расположенную на Копейском шоссе. На части буквально разорвало ПАЗ 66-го маршрута. Ни в салоне, ни рядом в момент ЧП никого не оказалось. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, во время заправки разгерметизировался один баллон. В ведомстве уточнили, возгорания не было.